Сегодня состоялось традиционное первенство по общей физической подготовке среди воспитанников спортивной школы Новосибирской области. В гости к ребятам приехал титулованный спортсмен, лыжник Егор Захаров, недавно получивший звание Героя России за участие в специальной военной операции. Подробнее Станислав Блинов. Семен, уход, уход, уход! На старт вышли больше 200 юных спортсменов из разных районов области. В программе «Бег, отжимания, пресс» открыл соревнование Герой России Егор Захаров. В недавнем прошлом член областной команды по лыжным гонкам. Спортивный опыт очень пригодился на передовой спецоперации. Есть такие немаленькие расстояния, которые нужно преодолеть пешком во всей экипировке, с рюкзаками, там, с вооружением. Я могу это расстояние без какой-либо подготовки преодолеть, а военнослужащие, которые у меня в подчинении, их приходится также тренировать. Ребятам Егор рассказал о необходимости занятий спортом, о важности правильного выбора в жизни, о дружбе и взаимовыручке. Такое, наверное, у кого-то раз в жизни бывает. И это гордо на самом деле. И очень значимо встретиться, чтобы герой дал как напутственные слова. Заинтересовал ребят и практический опыт титулованного спортсмена. Спросить, как лучше на старте стартовать и бежать в середине трассы, чтобы к финишу не так сильно устать. Как рассчитывать силы, как по дистанции раскладываться. Егор – уроженец села Улыбино из Китимского района, поэтому на встрече с заместителем губернатора в областном правительстве обсудили поддержку и развитие сельского спорта. Благодаря именно таким ребятам сегодня мы отстаиваем интересы нашей великой России и уверены в нашей общей победе. И всегда в сложную годину для России, для Родины во все времена были в авангарде. Еще одной темой для разговора стала необходимость социализации и программы реабилитации бойцов, вернувшихся с передовой. Станислав Блинов, Алексей Баженов, Новости ОТС.